Ну и как всегда. Не, ну что я хотел сказать. Мы приехали сюда, чтобы поучаствовать в таком грандиозном мероприятии. Сейчас мы как выйдем, как побежим. Ну, будет, это будет сила, это будет что-то непредсказуемое, не, вообще ни в какие рамки не складывается. Сказал короче, тот, кто не бежит. Короче, все будет отлично. Все, интервью записано. Я сказал, говорил, не будешь. А что, они не становятся? Если меня побежит, то если меня энергичная. Ты глянь, какой серьезный, две сумки на плече. Я говорю, ты как это? Санитар, говорю, сумка. А Карачанская ресурса на таком празднике, да? А мы вот там. Подойдите сюда, Ариша. Вот, в автобус, девочки. Можно сейчас не одеваться. Если хочешь, не хочешь. Пока не выходит, пока не припаркуетесь. Первый, третий, пятый, седьмой, девятый получается. И одиннадцатый бежит мальчик. Значит, кого из мальчиков первым? Кто будет вырвать? Первым ты будешь вырывать. Быстро так, Козлов бежит первый, Козлов. Запоминай. Все, первый. Да я проснусь, так. Туркин предпоследний бежит. 11. Димона третий. Дима третий. Коболя такого. Скоростное начало. Волков, дальше. Меня после Гохова Дюмин. Пятый. Фамилия. Дюмин. Выстрелили. А со Слободки кто? А, не один, да? Да, седьмой. Овчаров. Кто остался? Девять еще. Девять. Кто остался у нас? Мезе. Фамилия. Мезец. Девочки, смотрим. Тихо, стоять. Вторую. Первая кто? Вторую надо. Последнюю. Помощнее и последнюю. Масленнику. Твою давай первую. Она сидит. Девочки 200 бегут.
Да, там 200. Давай, Масленников, первая пускай бежит. Масленников, ты первый. Я, значит, первый раз на соревнованиях. Вот, мне все нравится. Я здесь как болельщик. Идите сюда. Сейчас мы идем на разведение по этапу. Вот будете по ходу в штаны засовывать, через задний проход она быстрее переваривается там. Вот, сейчас. Неужели нельзя потом это все здесь? Я понял, вон так. Малокомплектная школа, еще. Цепляйте номера, цепляйте, вот, девочки, цепляйте. Водитель потерялся, наверное, наш. Вон он идет. Вон он идет. Сейчас его обкрадут там. Переодетыми к сцене подойдите.
Откладываю, да, не справа, не справа. Они будут стыдать. Она занята. Как красиво стоят сейчас у нас. Небольшая заминка в ноутбуке. Давайте похлопаем красоткам, очаровательным девушкам. Дайте нам команду, если это тот самый трек. Белгородской области Наталью Юрьевну Жигалову. Давайте громкими-громкими аплодисментами. В первом областном атлетическом забеге губернаторская эстафета принимает участие
Алексеевский городской округ, исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации по экономике и финансам. Мы не победимы, потому что мы не сила! Карачанский район, заместитель главы администрации Бычихина Татьяна Владимировна. На старт. Внимание. Готовятся выйти на старт. Спортсмены готовы. Болельщики готовы. Чернянка, Ивня, правильно? У вас потише, может, Еруга! Давай еще! Терпи, да! Давай, Димка, давай! Давай, Димка, давай! Давай, Димка, давай!